18 августа – День города Змеева. Приглашаем всех на празднование. В 10 часов на Змеевских кручах реконструкция боя за освобождение Змеева. В 11:30 возле Вечного огня торжественный митинг возложения цветов. В 12 часов в сквере солдатский привал, а также на центральной площади Змеева выставка техники военных лет. В вечернем блоке в 20 часов на центральной площади Змеева концерт с участием специальных гостей. Для вас будут петь группа «Гуаш», а также Полина Гагарина. В 22:40 праздничный фейерверк и в 23 часа дискотека. Смотрите празднование Дня города Змеева 18 августа в прямом эфире на канале «Медиа Змеев».